Итак, уважаемые друзья, мы зачинковались наконец-то. Начало июля. Вот наша теплица. Я обещал рассказать о ней, как она зачинкуется. Можжевельник Skyrocket. Верхушки мы полностью зачинковали. Чинкование можжевельника Skyrocket. Сейчас идет у нас черенкование. Вот в такие пучки мы нарезаем черенок. Потом он стоит в воде или в корневине. Ну, это мы смотрим по обстоятельствам. Сутки стоит, а потом начинаем черенковать. То есть сегодня погода у нас прохладная, более-менее. Пасмурно. То есть черенок, вот, пятка оторвана, запаковывается в такой пучок, ставится на сутки в корневин или в воду, кому как удобней. Затем вот такая вот штучка у нас, кусочек арматурки, впихиваем черенок и прижимаем его. И так далее, и тому подобное. Сегодня у нас 8 июля. Чинкование, как бы, я думаю, сегодня завершить. Полностью снять обзор по теплице, по этой, рассказать про форсунки, про шланг. Ну, здесь короки то получилось не менее 1000 штук, то и более, потому что по 400-500 с двух скайрокетов, их 10, ну, отпад 20-30%. Скорее всего, будет. Земля у нас тут обычная. С хвойным опадом, опять же, и с песком. Ну, песка тут много, но он просто ушел. Вот его можно видеть, его, кое-где видно его. Даже успели паутину, пауки. Тут у нас работают форсунки. Работают форсунки. Форсунок 8 штук на 3,5 метра. Вставлены они в простой профиль. Тогда был вопрос от человека, в какую трубу вы вставили и какой диаметр. Я вставил простой шланг. Простой шланг, вот. 3/4, скорее всего. Простой шланг, он такой плотный. И вот она. Даже он шевелится. Ага, здесь он на стяжках. Форсунки тоже могут поворачиваться, может крутить. Но если так их поставить, то они прям на шланг, и со шланга капли летят. Вообще они стоят вот так все. Но это еще напор маленький, а так я включаю с насоса стенопор. Довольно-таки хорошо все. Сегодня дочеренковались, можжевельник Skyrocket. Ну, получилось около 1000 черенков. Там вот туя у нас есть чуть-чуть. Ну, тот можжевельник я просто взял на улице, там вырезали его, люди выбросили, на улице лежал, и я его подобрал,
и зачинковал. Ну, он, честно, на улице долго пролежал. В жару, поэтому... Не знаю, что с ним будет, но... Ну, ту я чувствую себя нормально, чинковалась с этим месяцем. Ну, вот так работают наши форсуночки, но... Это единственное напора, мало, конечно, но... Еще сегодня погодка пасмурная, поэтому сильно сейчас не включаем. А в жару, да, утром обязательно. И в течение дня, через каждые 2 часа на 15-10, на 10-15 минут включаем, чтобы было как бы им освежение. Пока капли, то есть капля как сошла, обязательно включаем. Капля сошла, включаем. Смотрим на можжевельник, если он... То есть... Я думаю, видно. Да, видно, он капельки тоже видит. Ну, на этом все, уважаемые друзья. Всего доброго. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Дизлайк. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Военный дворик». Удачи!